Всем привет, это тест видео на синем фоне. При помощи этого кликера я вывожу презентацию на левый монитор. И фон у нас у нее вырезается, я могу рукой на ней что-то показать. Эта презентация вставляется в видео автоматически. Ну и давайте там следующий слайд, например, включим. Это был последний слайд. Вот я могу показать там постановка задачи. Первый пункт, второй пункт, третий, четвертый, пятый, шестой. Так выглядит презентация. Презентация не совсем под наш формат, но мы немножко ее чуть-чуть подредактировали. Дальше что? Давайте посмотрим, как будет смотреться маркер на синем фоне. Синий маркер, синяя рубашка, синий маркер. Так будет смотреться синий маркер. Причем цвет надписи мы можем изменить. Например, давайте поставим зеленый, фиолетовый. Ну, красный маркер уже нужно писать красным. Ладно, всем спасибо за внимание. До встречи.